Что должен знать клиент о бренде, на котором работает мастер? Знаете, сегодня вопросы какие-то философские, потому что получается, что вроде бы хочется ответить, ну как бы он ничего не должен знать, а получается, что надо объяснить почему. Клиент, он должен идти на мастера. В данном случае мастер, он, ну или бренд-салон, да, он на себя принимает ответственность, чем он работает. Мои клиенты понятия не имеют, сегодня их покрасили иллюмины, колестоном, колортачем, колортач плюсом и так далее, и так далее. Они вообще не понимают, что с ними будет происходить, они просто абсолютно лояльны или понимают, что и я их веду и на протяжении всех их визитов, да. Иногда у нас бывает малое ТО, иногда большое ТО, да, и они не знают, какой продукт или бренд я сегодня буду использовать. На мой взгляд, клиент не должен ничего знать. А надо ли? Я понимаю, к косметологу пришел, там надо знать, потому что мало ли ты поменял косметологу, все бывает. Смотря какому, да? Если инъекции, да. И там если... тебе сделали что-то, да, да, то да. Здесь вот насколько нужно знать. Но... Так как мы работаем на Вэлле, и это все везде, да, видно, да, то есть продукция всегда у нас находится в открытом доступе, люди, ну, просто окинув взором, прекрасно понимают, что мы будем работать на Вэлле. Вот. Но тут задают вопрос, я отвечаю, ну, что это за бренд, почему мы на нем работаем. Иногда даже вот, фактически те же самые вопросы, что сегодня были освещены, я также, в общем-то, открыто отвечаю. И во многом, по большому счету, не возникает клиент... Понимаете, ему реально все равно, ему надо, чтобы красиво было. Но опять же, понимаешь, вот многие парикмахеры, стилисты могут создать вот такой вау-эффект. Вот недавно обсуждали, я не помню уже с кем, вот вау-эффект, вспомнила. Вот, но... Не могут создать вау-эффект. Вау-эффект создают вот прям на раз. Понимаешь, приходишь домой, голову помыл, блин, и все, вау нет. Понимаешь, в чем дело? Здесь такой момент, что надо обсуждать с клиентом, что будет дальше. Да. Например, когда мы делаем розовые мягкие переливы, не знаю, там... До первого мытья, мы да? Говорим, ну, знаешь, если очень высоко задран фон осветления, нет никакой подложки тоновой, да, там, то, естественно, и мы ничем не запечатали, неправильный там был уход, конечно, вымыться мгновенно. Нет, ни одно мытье. Но там, допустим, 3-4 недели стабильно цвет будет тускнеть плавно. Как сохранить в домашних условиях вот с продукцией, например, домашних, той же Веллы? Да, но у нас есть продукты, которые мы, например, можем там, я не знаю, там Color Fresh, да, либо намешать, либо дать уже конкретно тот или иной поддерживающий номер. Да. Есть еще также там шампуни и ополаскиватели, сохраняющие цвет, цвет, либо, например, окисление убирающие, которые не дают возможность волосам сам, ну, стать еще желтее, да, то есть, которые вот блонд всегда делают холодным и свежим, потому что зачастую даже вода, а уж я не говорю про дачи, про наши, потому что это фактически после хны потом ты их выдираешь из блонды этот металл, потому что вода это самое важное, чем мы моем волосы, тем более чистый и прозрачный блонд. Конечно, холодный шампунь это тоже не панацея. Иногда ты человек приходит, потом как старушка фиолетовая. Потому что как накапливается бы, да, эффект. Да, либо это... очень много и часто. Ты поэтому ты объясняешь. Ты вот, раз в неделю, не больше. Ну, раз в неделю надо выяснить, сколько человек раз моет голову. Да. Может быть, он всего лишь раз в неделю моет. Понимаешь, поэтому здесь надо выяснить, как бы вот чистота, ты сюда, вот здесь вот капельку. Да, иногда мы даже эти вот Color Fresh'и в бальзам добавляю, в ополаскиватель, в маску, чтобы она цветная была. Чуть-чуть. Этого достаточно. Угу. Она разнесла меня потом по всем чертям, по всем собачьим, что я там, в общем, и куда-то там перестриглась. Но это защита. Понимаешь, защитная реакция. Но, как бы, естественно, человек, который облажался, ну, я не облажался. Знаешь, мой девиз, либо на один раз, либо на всю жизнь. Когда ты все покрасил, когда все ты осветлил, протонировал, но клиенты еще ты чувствуешь, остались деньги, то можно сделать. Нет, он не такой. В принципе, он не такой. Бывает такая ситуация. В салоне произошла жопа. Чего-то там вот. В этом случае можно все, когда у тебя же там башка намазана, там надо что-то выкручиваться. Но, конечно, в целом нет.